Взрывоопасное ЧП в музее-усадьбе Карабиха. В ходе земляных работ здесь обнаружен снаряд времен Великой Отечественной. Нина Свечникова с места происшествия. Вот здесь, в этой траншее, был найден остаток, фрагмент снаряда. Оперативно мы сообщили в дежурную часть УВД, то есть проинформировали администрацию, приехали спецслужбы и его удалили. Снаряд возможен, что со времен Великой Отечественной войны, потому что на базе музея формировалась 226-я стрелковая Ярославская дивизия. Такой вот исторический привет из военного далека получили сегодня в музее Карабиха. Когда-то в годы Великой Отечественной в старинной усадьбе располагался военный штаб. Сегодня об этом помнят только старожилы да музейные работники. Понедельник для посетителей музея выходной, но его сотрудники работали. К тому же с утра здесь полным ходом шли земляные работы. Сейчас здесь продолжается реконструкция. Этот год для музея юбилейный, поэту Некрасову 190. Чтобы воссоздать обстановку некрасовской поры, решили убрать под землю все нависающие провода. И такая реконструкция принесла очередной сюрприз. Музей Карабиха – это не первая находка, обнаруженная при проведении земляных работ. Ранее здесь находили клад из серебряных и бронзовых предметов, а также старинный водопровод, относящийся еще к 19 веку. Нынешнюю находку от греха подальше поспешили быстро увезти на полигон саперы в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Нина Свечникова, Василий Мусин, городской телеканал.